Tunca sosial şəbəkələrdə Azərbaycanlı 3 qadının ermənilərlə restoranda eyni masa arxasından yeyib, içib, deyib güldükləri məclisdən videoları yayılmışdı. Həmin videoda bir nəfər erməni qadınlara sual verir. Siz erməni qızlarımısınız? Qızlar isə cavabında xeyr, biz Azərbaycanlıyıq, hətta Qarabağdanıq deyə cavab vermişdi. Hələ ki dəqiq bilinməsə də hadisənin Azərbaycanlı kriminal qruplaşma tərəfindən törədildiyi söylənilir. Это вас, вас, это же не этот, как его, ночной Баку, или как этот, это плохой, это как. Не-не-не, это я вам, моим друзьям хочу в Москву показать, какие красивые девочки с нами. Поблатовать, честное слово. Не-не, вот какая ты красивая. Его я не снимаю, блядь. Я уже 100%. И посмотри, я говорю, его я снимаю, ты посмотри. Чтобы я ему сказал, какие в Баку красивые армянки есть. Я не армянка, я азербайджанка. Да ладно? Да, конечно. Серьезно? Ты тоже? Да, конечно. А что нам напиздели, что вы... Армянка. Не армянки, мы азербайджанки. Азербайджанки? Конечно. А не видно, что ли? Не, ну такие красивые азербайджанки. Да, конечно. Не, вот сейчас я отключу. Ты обижаешься. Подожди, отключу. Почему? Так, не отключу, чтобы не слышали. Ты обижаешься. Не, а что? Азербайджанские девочки? Да. One number. А что нам напиздели, что такие в Баку? Да, как дышит. Серьезно? Да, конечно. О, пидорас. А да, нам сказали, что... пидорас, да. Охуеть. Да. А это... Они нам говорят, что... Они говорят, вот красивые девочки, которые все в Баку. Они, мол, притворяются, что, говорят, азербайджанки, а на самом деле, говорят, армянки. Все красивые девочки, они азербайджанки. О, пидорас, ты наебали нас. Армянки вот... О, блядь, так, включаю камеру тогда. Включаю камеру и говорим дальше. Если честно, они правы.